Большой банный день организовали заводчане. Традиционную ярмарку в рамках подведения итогов конкурса досуговой деятельности посвятили бане и всему, что с ней связано. Необычная у нас ярмарка, она называется «Банные штучки». Все мы идем сегодня в баню. Кто в какую, кто зачем, кто с чем. Кто-то со сладостями, кто-то с соленостями, кто-то просто попарится, кто-то там использовать скрабы, шампуни, отвары. То есть сегодня мы представили здесь все, что можно использовать в бане. Призыв «Идите в баню» поддержали 19 подразделений производственного объединения «Старт». Мы готовились всем коллективом. Каждый член коллектива у нас что-то внес в этот праздник. Значит, кто-то вот вязал, кто-то чай готовил, а кто-то заготавливал травы. Мы все очень любим баню, даже всем цехом ходим. Действительно, баня оздоравливает. Конечно, по мне разве не видно? Пока одни заводчане рассказывали гостям праздника о пользе банных процедур, другие за кулисами готовились к выступлению. Танцы, песни, театральные миниатюры. Почти в трех десятках номеров сотрудники градообразующего предприятия предстали перед коллегами в разнообразных творческих амплуа. Я с радарками живу, а с кем же еще? Я в компьютер играю, всю ночь напролет. Мама мне все твердит, ну скорее женись, а отец Центральным событием вечера стало подведение итогов смотра конкурса на лучшую организацию культурно-массовой и досуговой деятельности в подразделениях производственного объединения «Старт». Очень приятно, что несмотря на напряженные производственные задания, вы находите в себе силы, время, чтобы заниматься культурно-массовой работой. Жизнь только насыщеннее, когда видишь, что человек разносторонне развит. Огромный объем работы был проведен вами. Это и поездки по городам, это и посещение выставок, концертов, это КВН, это День здоровья. Ну что там только не было, кадри. Поэтому спасибо вам за проведенную работу. Награды получили все 24 подразделения, участвовавшие в конкурсе. Победителями стали коллективы Центральной заводской лаборатории, службы главного конструктора, цехов номер 6 и номер 9. Светлана Теплухина, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».